А мы продолжаем. Одна из самых влиятельных кинокомпаний мира, Warner Brothers, подписала контракт с архангельскими дизайнерами на выпуск одежды. Российская фирма теперь пошивает лицензионные свитшоты. На них герои комиксов DC, Бэтмен, Супермен, герои отряда самоубийц. И к каждой громкой премьере дизайнеры обещают новую коллекцию. Попробовать сделать свои толстовки с каким-то определенным принтом. И тут с нами связались ребята с Ростова, которые тоже занимались своим производством. Отшили нам первую партию наших толстовок. Ткань вся везется с Турции, нитки мы заказываем в Германии. Ну, все вот так вот собирается, а в Севердвинске у нас идет пошив и нанесение принтов. Вели переговоры насчет получения лицензии Warner Brothers. Вот, этим занимается лицензионное агентство в Москве. Вот, и получили права на персонажей DC Comics. К августу мы готовили коллекцию по отряду самоубийц. Кроме нас, российских брендов там нет. То есть там различные Nike, Converse, Under Armour. Это, ну, достаточно громкие названия, и вот среди них попали и мы. Просто было удивительно, что там не смотрят. И знаменитая марка, не знаменитая, они просто смотрят именно на саму коллекцию, на сами вещи. Если им нравится то, как это преподнесено и как это выполнено, они берут. У нас контракт на 2 года. В течение этого времени выйдет несколько больших премьер, как, например, «Чудо-женщина», «Лига справедливости», «Флэш» и еще некоторые фильмы. Мы планируем выпустить по каждому из них определенную коллекцию.